сегодня расскажу, как я выращиваю княжики и семян. Вот в том видео я показывала, как они начинали распускаться. Вот такие вот красотиночки распустились. И княжику этому 3 года. Он сидит еще в горшке тут, присаженный в тенечке. Вот, это крупноцветковый княжик. Вот такой вот красавец. Он как бы поднимется. Так. Что теперь? Вот аконит вьющийся тоже из семян сеется сам. Так, пойдемте к другому княжику. Сейчас я покажу. Вот этот княжик. Так, сейчас проберусь. Вот это княжик мой ангел. Это мелкоцветковый княжик. Их тут очень много. Прямо она будет вся усыпана этими цветочками. Княжики еще интеврифолия я выращиваю. Это, сейчас я покажу. Это такие невысокие княжики. Это все из семян. Ну вот, это вот такой княжик. Чтобы тут не ступить. Ну вот, вот там вот, если видно, он еще цветет. Он так периодически цветет. Ну вот, что я хочу сказать. Видовые княжики, ой, клематисы. Я, ну вот такие, я не выращиваю. Они говорят, не получается. Как я выращиваю? В основном я выращиваю их посевом семян под зиму. Иногда они у меня вырастают прямо. Сейчас я попробую пройти, если смогу. Прямо в землю. И они у меня там живут. На второй год я их высаживаю в горшки. Тут у нас и картошка еще. Вот тут у меня целая куча всего насажено. Вот там у меня такая теплица. Я не знаю, сейчас есть еще что-то. Ну, вот там вот они у меня. Сейчас попробую пробраться. Вот там интегрифолия, княжики, прям в земле. Это горшок, это не с этим. А там прям в земле надо уже высадить из теплицы. Вот это рамы такие. Вот. В общем-то, по зиму я и сажаю. Если вы приобретаете как бы где-то зимой, то я бы посадила, например, дома, подержала недели 2-3. Нет, 2, наверное. Посеяла, подержала бы дома. И потом, потом бы их вынесла на улицу. Ну, вот так вот я сажаю клематисы. Ой, княжики. У меня получается еще прямостоящие, да, княжики. С такой с бордовой листвой есть у меня они. Сейчас я попробую показать. Это прямостоящие княжики. У них такая бордовая листва и мелкие цветочки. Они до 2 метров вырастают. Ну вот, пока, наверное, там и все. Так что вот выращивайте княжики, и будет вам удача. Пока-пока!